На Кубани проходит 13-й фестиваль православной авторской песни «Величай, душа моя». В этом году он посвящен памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию с начала освоения казаками кубанских земель. Краевые зональные смотры конкурсы уже состоялись в станицах Выселки и Каневской. Теперь эстафету фестиваля принял Славянск на Кубани. Фестиваль православной авторской песни «Величай, душе моя» в Краснодарском крае проводится с 2005 года Министерством культуры края по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Главная его цель – сохранение и укрепление православной веры через песни и стихи. Эти песни, в которых народ свою душу изливает, да, вот, делится вот этой радостью, делится этими песнями, этими стихами. Это, ну, наверное, необходимо и нужно для всех нас. Для того, чтобы мы были, мы жили той жизнью, которую нас призывал Господь и призывает. Да? Творите добро. Несите любовь, свет своими сердцами. Вот это все в наших песнях, в песнях православных. В фестивале приняли участие профессиональные и самодеятельные авторы и исполнители, хоровые ансамбли и коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, поэты и чтецы, в репертуаре которых есть произведения православной тематики. Участников смотра конкурса поприветствовал председатель районного совета Григорий Литовко. Для молодежи это очень поучительно. В наших православных песнях, наших стихах они объединяют, они учат доброте, они учат самопожертвованию. И это, наверное, самое главное сегодня воспитание нашего молодого поколения. Желаю всем мира, добра, благополучия и хорошие выступления наших творческим коллективом. Открыть конкурсную программу выпала честь хору Свято-Успенского храма нашего города под руководством матушки Ксении Болюх. Они впервые принимают участие в фестивале «Величай, душе моя». Конкурсный фестиваль. Мы поем троекратный «Христос воскресе». Это и радость для всех, и торжественность, и, ну, у нас большой трепет из-за этого. Со сцены звучали душевные, проникновенные произведения православных авторов разных поколений, которые в стихах и музыке рассказывали о своих высоких духовных переживаниях. В песнях прослеживались темы родной земли, молитвы и покаяния, любви и верности. Этап смотра конкурса состоится 22 мая в городе Апшеронске. Затем будут определены лучшие коллективы-исполнители, которые примут участие 6 июня в заключительном концерте фестиваля «Величай, душе моя». Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».